играют вот в эти шахматы? 20 миллионов. Ну, это, пожалуй, поболее, чем у нас, наверное. Шахматы. Но я думаю, что... Вы знаете, население, да, население почти сравнимое. 131 миллион Японии, у нас 145. У них 20 миллионов, у них народная игра. Да, у них увлеченные сёгами больше, чем у нас народные. Почему и шахматы в Японии не распространяются, обычные шахматы европейские не распространяются в Японии? Потому что эта игра захватывает полностью. Ну да, это понятно. С головой, с ногами, там, со всеми. Эта игра очень объемная, динамичная. И международная федерация существует. Вот сейчас идет речь о создании. Играются международные турниры. Так сказать, Шанхай, Китай популяризируют у себя эту игру. Причем много любителей появилось в Китае. Вообще около, больше 40 стран уже имеют ассоциации, которые культивируют эту игру в стране. А в Европе как? Но вот локально есть у нас Европейская федерация. Европейская федерация ассоциации сёги. Там 19 стран сейчас состоит в ней. И недавно прошел турнир на первенстве Европы в Минске, кстати. Белоруссия очень хорошо продвинулась. А как мы выступаем на этой арене? Как мы выглядим? Стараемся. Вот у нас чемпион. На таком же Запара, чемпион России. Да, Витя Запара вот там стоит. Он чемпион Европы 2007 года. Был. А, значит, у нас все-таки есть достижения какие-то. Да. А скажите, а вот какие-то звания спортивные существуют или разряды? Разрядная сетка, так же, как и во всех восточных единоборствах в интеллектуальных играх, как в го, в рэндзю, кю и данные. Это очень хорошо. Я большой знаток го, рэндзю и кю. Но, к сожалению, вот не помню эту классификацию. Начинается с 20-го кю, да. Они уменьшаются, уменьшаются, да. Данные там до 9-го данных. Ну, как в фильме «Кин-дза-дза». Кю-кю-кю. Ну, извините, я отвлекся. И вот этот турнир, это носит какой-то официальный статус или это все-таки товарищеское соревнование? Ну, конечно, это как бы мы проводим Кубок России. Кубок России. Здесь у нас финальная уже игра. Значит, ну что значит официально? У нас официально есть организация в России, но пока не входит в реестр интеллектуальных игр. Спорткомитета. То есть вы должны это все оформить. У нас на стадии, да. Мы как пытаемся аккредитацию сделать. Нам идут навстречу. Московский департамент спорта нам уделяет достаточно внимания. Мы в Москве проводим. Вот в год мы проводим 7-8 соревнований. Кстати, на Moscow Open, по-моему, на шахматном фестивале. Уже 7 лет участвуем в Moscow Open. У нас в прошлом году, вот, вернее, в этом году. С 2000 года. Или в 99-м, по-моему. Нет, 2000. Почему же мы играли, да, достаточно 40 человек участвовало. А как наши японские друзья? Они поддерживают или наоборот, может быть, они тормозят? Конечно, поддерживают. А нет такого впечатления, что они не хотят раскрывать какие-то свои тайны, чтобы мы не проникли? Мне кажется, нет, этого нет. Японцы были бы рады, если бы... У них, кстати, есть общество, ISPS называется, общество по распространению сёги за рубежом. Они вот с нами держат связь. И, в общем, я видел тут вот буквально вчера группа японских туристов. Они как бы не обращают внимания вот на то, что... Ну, они не видели. Они еще не видели. Я сказал японцу, что тут... Когда это позапрошлом году был, японец был страшно поражен. Здесь группа туристов была страшно поражена, что тут играет, оказывается, сёги. Вообще, сегодня замечательная погода. Я желаю удачи вашему турниру. Ну и надеюсь, что вот такая вот замечательная обстановка, она просто покажет, что в России любят японские шахматы и даже немножечко впереди них, наверное, вот таков Суздаль, японцы не проводили этого турнира, а мы проводим. Удачи вам!